такая программа Свисток. На можно установить ваш смартфон, здесь выбрать, видите, здесь high, средний, низкий, здесь выбрать тональность и звук. Но можно в него как свисток дудеть, я сейчас попробую, и я так понимаю, свисток должен откликнуться. Ну вот я просто выдыхаю воздух в район микрофона, и вот такой свист происходит. Да, интересная программа, можно, конечно, ее использовать где-то, если вы находитесь как тренер, допустим. Вместо свистка, натурального свистка, настоящего.